7 сентября открыто третье национальное представительство проекта двигателей Дуйнова в Германии в городе Гамбург. И в честь этого события в Гамбурге прошла конференция, участие в которой приняли около 50 человек. Это были не только немецкие инвесторы проекта, но и его участники и интересующиеся из разных стран мира, а также почти все действующие и будущие национальные партнеры. По отзывам участников конференции, особую ценность имело общение с первыми лицами проекта. Лидер компании Solar Group Сергей Семенов, руководитель отдела развития партнерской сети Павел Шацкий и куратор направления связи с общественностью Павел Филиппов рассказали об истории и успехах стартапа, а также о технологии «Славянка», лежащей в его основе. Осветили новости и планы развития проекта, а также возможности заработка путем инвестирования и участия в партнерской программе. Национальный партнер Германии Йохан Бучбах выразил убеждение в том, что проект имеет большие перспективы в его стране. Не зря Германия входит в первую шестерку по числу людей, инвестировавших в стартап. Также по видеосвязи присоединился к конференции партнер проекта, руководитель АСПП Вэйхай, предприятие лицензиата АСПП Виктор Арестов. Его рассказ о растущей популярности «Славянка» в азиатских странах и Европе, разнообразии сфер применения технологии вызвали очень живой отклик у аудитории. Участники мероприятия смогли увидеть образцы двигателей Дуйнова DA90S и DA100S, ознакомиться с документами компании, патентами, протоколами испытаний технологии, познакомиться и пообщаться с единомышленниками. Конференция дала ее посетителям импульс к дальнейшему активному участию в проекте «Двигатели Дуйнова».